составе иностранной делегации в Самару прибыли молодые ученые, предприниматели и представители молодежных организаций Индии, Бразилии, Южной Африки и Китая. В течение недели участники международного форума будут обмениваться опытом в сфере культуры, предпринимательства, инноваций и образования. В рамках межрегионального сотрудничества на данном этапе можно было, прежде всего, говорить об интернационализации Самарского государственного экономического университета и привлечь к наших граждан к изучению, к учебе в этом университете. Семинар в Самаре – это очередная рабочая встреча представителей контактных молодежных групп стран БРИКС. Они сформированы по итогам первого молодежного форума, который прошел 3 года назад в Москве. На семинаре международные представители презентуют свои достижения по итогам прошлого года и обсудят ряд новых инноваций. Одна из них – создание молодежного бизнес-инкубатора стран БРИКС. Самарская область может стать пилотным регионом, где будет реализован первый такой проект. Видно, насколько это глубокие вещи. О глубоких вещах люди говорят, молодые люди говорят, как они нацелены на сотрудничество, на совместную работу, на благо как собственных стран, так и на благо всей нашей планеты. И то, что происходит это у нас на Самарской земле, конечно, для нас это и престижно, и приятно, и очень-очень важно. Самарская область – это один из таких ключевых партнерских наших регионов. Мы, конечно, с удовольствием предложили нашим коллегам провести этот семинар именно в Самарской области. Более того, здесь сильная научная школа, и вот мы проводим этот семинар в том числе совместно с Самарским государственным экономическим университетом, на базе которого мы также можем показывать возможности сотрудничества, взаимодействия в сфере науки и образования. В планах участников семинара разработать не менее 3 межгосударственных молодежных гуманитарных проектов, сформировать рабочую группу по развитию международного предпринимательства на территории стран БРИКС и обсудить пошаговый план по созданию молодежного бизнес-инкубатора. Лариса Шлафаст, Константин Головин, «События».